нихуя в картинках 120. Скорость анимации. Вот это, допустим, исходит от вашего монитора. То есть минималка это, если не ошибаюсь, 30, средняя 60, максимальная в зависимости... Точнее, нет, что я пижу. Минимальная, наверное, это даже 15, средняя 30, а максимальная это в зависимости от вашего монитора. Я вам могу просто, ну, типа, кто не понимает, я просто минимальное прямо сейчас ставлю, и вы увидите разницу. То есть игра намного плавнее и быстрее идет. Вот я сейчас поставил на минималку. Блять, ебать, минус глаза вообще от качества карты. Так, нету зверей. Так, стоп, блядь. Рано, наверное. Вот сейчас, если что, это минимальное качество, это 15 FPS, скорее всего. Либо 30, либо 15, я не знаю как. И это пиздец невозможно играть. Смотри. Просто это 15 FPS. Можно начинать? Минималка. Хотя вообще разницы нету, блядь. Да не, разница есть вообще существенная. Минималка, это во время файтов надо смотреть. Окей, 2-3 берем. Ставим карту. Хотя такое ощущение, что разницы нету, слышите? Что за хуйня? Пофиксили, может быть. Может пофиксили, я не знаю, типа, ну, раньше была разница. Прям, прям пиздец, оно супер медленно было. Я не шучу! Я не шучу. Все равно FPS такой же. ХЗ, походу, пофиксили. Я просто помню, когда я приехал на турнир, блядь, там были мониторы, которые, типа, спонсоры привет, турнира Сильвер. По 50 тысяч рублей. Здоровья а тебе. Там, нахуй, было выставлено настройки на минимал... Ты врубал с роботом-пылесосом с твоей сейчас. Озвучкой. Случайно не подскажешь, где взять такой голосовой пакет. Сейчас, секунду. Где бабику удачи. Типа, я, короче, помню, на LAN мы приехали, и... Ну, там иннеры, понятно, что в жопу выебали, но может, самое интересное было то, что там мониторы как бы спонсорами были, да, и там топовые мониторы какие-то по 50 тысяч рублей были. И там в настройках была минималка выставлена на всех, и, типа невозможно было играть, пока я это не чекнул. Ну, а сейчас почему-то меняешь и минималку, и разрешение, но все равно FPS тот же. Это, мне кажется, что-то сделает, потому что видите, то есть тут должно именно тормозить. Анимации не могут быть такими быстрыми. Это точно пофиксили. 100% фиксанули. Какой планшет? Я не помню, какое название. Но хороший. Не, герцовка тоже была нормальная. Игру только из-за настроек проблемы были. Кажется, ты идешь к победе. По поводу пакет голосовой для робота-пылесоса. Слушай, это скидывал тогда подписчик. Где взять, я не знаю. Там, по идее, есть. Если ты в ВК это смотрел, то по идее... Там тот, кто предлагал новость, если его новость выложена, снизу есть его страница в ВК. Типа, можешь ему написать и спросить. Насколько интересно. А ВГ-4.6 нет. Все бафы, которые дают два... Типа, все бафы, которые дают... В приоритете атаку, а не здоровье, это все хуета. Ну а тут, понимаете, тут как бы золотую середину не найти, потому что 1-2 имба, а 2-1 не имба, тогда нахуй этот герой вообще нужен. А дробных чисел нету в игре, поэтому. Кажется, ты идешь к победе. Сделать какой-нибудь забаф идеальный по типу 1.4, 1.5 невозможно. Это слишком сложно будет. А концепт игры все-таки это для подпивасников ебучих. Чисто зашел под пивко, блять, бахнул в картинке, зашел, выиграл ез и вышел из этой хуйни. На толчке особенно кайфово. Какие дробные числа ты обычно считать научись? Я умею слабо считать пса. Да заебал, блядь, урод, ёбаный, блядь. Втычка в 3-5 нужна. Хорошая втычка, милый. Найс! Найс! Куда ты? Налево. Ебать! Окей! Окей! Опача! Опача! Кто это у нас тут? Бульник! Здорово, брат! Как раз то, что тебе надо. Механизм есть, в принципе. Какую-нибудь сильную карту. Урод нахуй! Чё, машинки прикрепили?
Да как луз, блядь? Уёбище. В смысле луз? Какой, блядь, луз? Это реально гнидыч, что ли, или что? Ебать, гнидыч. Найс. Направо. Бля, ебать, если бы тычка была бы направо, это была бы ничья, скорее всего. Блять, как у него? Он нашел Номи, и у него уже элементали 12 статус. Моя жизнь принадлежит Орде. Ну ты и блядина. БТВ Лич, Лич, вылетел из игры на минус 22, только потому, что он проебал 0.9. Блять, жалко. И в принципе делаем грязюку. Делаем грязюку. Ну какой-нибудь, не знаю, левела прирол рыцаря нужен. Есть мурлок, дракон. Ну вообще этого дракона бы заменить на что-то типа Брана, да. Ну мы должны доехать до топ-4 за счет краба, но по ощущениям лобби уебанов тут, если честно. Просто лобби уебищ. Серьезно. Такое ощущение, что я к 10-му ходу вылечу. Блять, просто неадекватные долбоебы, блять. Алло. Я уже проиграл раунд. Нужна была тычка в бабл именно после того, как он тычку даст. Да нет. Понятно. Минус 15, блять, по максималке. Ну мы раунд выиграем, anyway. Вопрос только, что дальше будет. Ну, лобби уебанское. Типа, у нас очень сильный заход. Мы выиграли 0.9. Из-за этого словили жмурика. Из-за этого чел вылетел. Но все равно все хуево. У чела, блядь, у чела два ишака, у чела таунт бабл в роли, дуплет просто, алё, блядь. Все живы, нет? Так, слышите, надо это, надо вебку вырубить, сейчас чипсы доем. Незапланированных интеграций не намечалось, поэтому съем чипсы, и никто не узнает, что это за чипсы. Но при определенных условиях могут и узнать, что за чипсы я ем. Кажется, ты идешь к победе. Кстати, реально пиздатая. Блять, не могу доесть в пачке, сучка. Минус два дробителя, забав пирата, жесткий. Ой, фак! Я не знаю, если я от этого откажусь, возможно, я и блан. Но я от этого откажусь. Хорошо, блять. Люблю блядь. Твои стримы, ненавижу картонки. Казаться. Когда ты уже дропнешь эту токсич игру. Го ярлы стрима, го по поиску контента, го изучать лору невообразимого количества чел, блядь, я могу, что не думаешь? Знаю, посрать на стриме. Какой поиск контента? Вообще больной, что ли? Поиск контента, блядь. Какой нахуй тебе поиск контента нужен? Сидим в карты, играем, блядь, сидим, пердим просто. Просто попердываем. Привет, и играем в карты. Стэс. Видел фотку из хаты Хованского, когда его арестовывали за запрещенку. Да, видел. Я тут донос на тебя пишу. Да, какой донос, блядь? Пошел нахуй. Какой донос, блядь? Я ни законов не нарушал, блядь, стримлю себе, играю в игры, блядь, не трогаю никого, отстань от меня. За клевету, блядь, в суд подам на тебя. Ебать, контент, блядь, всегда в голову с этой хуйни, типа, в поисках контента. Чел, ты. Поиска контента! Ебать. Да всем похуй. Я играю в игры, мне похуй. А парашу, Зирел. Парашу. Там твое место с твоим золотым рыцарем, моих золотых рыцарей добрали. Давай, блядь. Отдавай, варюга. Блядь. Я думаю, что... Ща файт будет, покажу. Блять, это такая просто, это просто отборная доза кринжа. Это так называется.
тычка в бабл. Или я встаю. У меня тут хороший бабл. Блять! Ну ладно, один бабл, в принципе, уже окей. Это, в принципе, все. Блять. Ну, в принципе, выглядит лайк ничейная минимум, да? Краб делает. Понятно. Да. Понятно. Хуя вроде на победу шли, подкрутили файтик. Ну, топ-4 уже есть, можно, в принципе, в жопе поковыряться. Нормально. Сражение в самом картинка. Разгар. Чуваки, я с этого видоса вчера усался просто нереально. Сейчас, секундочку. Блять, такая отборная доза кринжа, пиздец. Что попыт получше будет. Я думаю, что попыт получше будет. Нет, попыт. Мне уже не смешно, потому что я это уже 100 раз смотрел. Бля, у него. Бля. Я думаю, что попыт получше будет. Блять. Ну и хуйня, конечно. Зря смотрели. Бля, вчера просто. Ну просто. Чтобы смешно было, нужно быть просто в теме. Я вчера реально просто до слез орал. Ой, боже. Топ-3 кста, красные сосите хуй. О, фай, иначе всем чатам коллективный донос напишем. Слышь, блядь, я сейчас на тебя донос напишу, что ты, блядь, клеветой занимаешься. В суд пойдем, урод!